Глава республики Михаил Игнатьев встретился с телеведущим Леонидом Якубовичем и героем России Николаем Гавриловым. Михаил Игнатьев пригласил известного телеведущего на Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашской республики, который пройдет 11-12 декабря в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Олимпиада в 2016 году все-таки Бразилия состоится, и этот вид спорта среди женщин включен для первого олимпийский вид спорта. Всего от нашей республики 16 девушек включены в сборную команды Российской Федерации. Леонид Якубович пообещал, изучит свой плотный график, и если будет время, обязательно приедет. Бывать здесь, признался артист, для него в удовольствие. И в селе, и вообще такой добродушный, такой милый народ, такой гостеприимный. Спасибо. Душа радуется. Телеведущий отметил и столицу Чувашии. Хотя времени на прогулку по Чебоксарам бывает очень мало, Леонид Якубович успел заметить красоту и чистоту нашего города. Другое крупное спортивное событие, которое в скором времени пройдет в Чувашии, всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России Николая Гаврилова, Михаил Игнатьев обсудил с его организатором. Ну, мы, Михаил Васильевич, собираемся снова 18 декабря. Уже 11-й раз приехать с турниром, с гостями, с почетами, вас тоже приглашаем. И олимпийские чемпионы, и герои говорят, что вот в Чувашии все поставлено правильно, и приоритеты расставлены правильно. Поэтому и с молодежью у нас, по-моему, вот благодаря вашим усилиям правильно хорошая работа ведется. Руководитель региона отметил, действительно, в регионе стало меньше тех, кто курит и употребляет наркотики. И это в том числе благодаря развитию сети спортивных учреждений и проведению соревнований.